Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтического отдела. Тема лекции – прием рецептов в аптеке и выдача лекарств на их основе. План. Первое – фармацевтическая помощь. Второе – обращение лекарственных средств. Третье – технология отпуска рецептурных лекарственных препаратов. Четвертое – рецептурные бланки. Пятое. Препараты, находящиеся под количественным контролем. Фармацевтическая деятельность осуществляется предприятиями оптовой торговли и аптечных учреждений в сфере обращения лекарственных средств, включая оптовую и розничную торговлю изготовления лекарственных средств. Технологии отпуска рецептурных лекарственных препаратов включают следующие процедуры. Фармацевтическая экспертиза. За рецепта, оформление заказа на изготовление лекарства, изготовление, оформление и контроль изготовленного лекарства, отпуск лекарств после оплаты. Рецепт – это письменное обращение врача. Рецепт обладает рядом признаков следующего характера – медицинского, юридического, финансового, учетного. На должность фармацевта возлагаются следующие обязанности: контролировать качество лекарств, прием рецептов и продажи готовых лекарств. Руководство аптеки может проводить разъяснительную работу в аптеке. Обязательные реквизиты: печать медицинского учреждения, дата выписки, фамилия, имя, возраст пациента, фамилия, имя врача, название, номера препаратов, точный способ применения препаратов, личная печать и подпись врача. Примерами бланок являются. Существует три типа рецептурных бланков. Первый – бланк рецепта, прописанный детям и взрослым для получения полной стоимости препаратов. Второй – бесплатный для прописывания лекарств и лекарственных с психотропными свойствами. Третий – бланк рецептов розового цвета, предназначен только для лекарств наркотического вещества. Хранение рецептов. Препараты, выданные по льготам 3 года. Для наркотического средств и психотропных веществ 5 лет. Сильнодействующие препараты и яды 1 год. Препараты, находящиеся под количественным контролем. Наркотические средства. Препараты, включенные в список токсичных веществ. Гидрохлорид апофумина, сульфат атропина, дикаин, этиловый спирт. Спасибо.